Всем привет! Продолжаем бродить по Петербургу, смотреть на дома по Петербургу, узнавать, кто в этих домах жил. Доходный дом Бурцева, Большой театр кукол, Некрасова 10. Архитекторы Владихин, год постройки 1912-1913, стиль модерн. Данные я беру с сайта City Walls. Доходный дом Бурцева, модерн. Архитектор Володин Иван Петрович, русский архитектор, историк архитектуры. Доходный дом Бурцева был построен в 1912-1913 годах архитектором Иваном Володихиным. Театральные помещения были спроектированы в здании изначально. В этом доме находился театр Гайдыбурова. Павел Павлович Гайдыбуров, русский и советский актер театра и кино, режиссер, театральный деятель, педагог. Здесь были выставочные залы. С 1919 года работала театр-студия Радлова. Это советский театральный режиссер и педагог, драматург, теоретик и историк театра, заслуженный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР. В 1931 году в Ленинграде возник еще один театр кукол по инициативе артистов-энтузиаст, объединенных в коллектив режиссером Шапира. В конце 30-х годов коллективу предоставляется помещение в здании по улице Некрасова, 10, и постепенно театр из передвижного становится стационарным. В 1957 году ему присваивается звание «Большой театр кукол». Дом 10 по улице Некрасова построен в 1912-13 годах архитектором Володихиным для библиофила Бурцева и имел в составе своих помещений выставочный зал. Зрительный зал небольшой, на 517 мест, вспомогательное помещение не отличается особым удобством, но обстановка уютная, созвучная камерному характеру театра. В 1928 году здесь был Латвийский дом просвещения, в 30-м еврейский клуб национальных меньшинств, в 32-33-м Всесоюзное общество содействия колхозному и совхозному строительству еврейских трудящихся масс на земле Ленинградской областное управление Ленозет. В 1935-м Государственный финский театр. Здесь также был Белорусский дом просвещения национальных меньшинств, Еврейский дом, Латышский дом, Украинский дом, Финский дом просвещения национальных меньшинств. В 1937-м Дом просвет еврейский, Дом просвет латышский, Дом просвет литовский, Дом просвет польский, Дом просвет украинский и Дом просвет финский. У нас, конечно, в справочнике за 1939 и 40-е годы отсутствуют данные о кукольном театре по данному адресу. В 1965-м здесь были ясли Дзержинского района. В 1914-1922 женские курсы высших архитектурных зданий. Архитектурные курсы Багаева. Ну вот вкратце о доме номер 10 по улице Некрасова. Я пользовался данными сайта City Walls. Пока-пока, до свидания.